Мы начинаем третью часть прохождения кампании Reforged, игры, которая вышла сегодня ночью, кстати, сегодня, 2 часа ночи. Вот, конечно, неоднозначный. Ну, я на самом деле не смотрел никакие оценки после того, как... До того, как начать играть. Я две части поиграл там вчера ночью, сегодня. Мне, в принципе, большая часть вещей устраивает. Я понимаю, что там недовольство относительно сетевого режима, я туда вообще не лез, что матчмейкинг не работает и прочее. Что касается компании, мне пока все, ну, нравится. Все вроде хорошо. То есть я большего не ждал. Может быть, это проблема завышенных ожиданий, тем не менее. Вот, запускаемся. Короче, у нас тут вторжение к эльфам. Есть Артас, есть урна с прахом его отца, которую необходимо перетащить. А, нет, да. Урна с прахом его отца, кажется. Которую мы несем в какое-то специальное место. Прекрасный вечный. А вот и Артас. Гирталас. Яндек, привет. Последний раз я был здесь еще мальчишкой. Ну посмотрите на картинку, хорошая же. Будь осторожен. Будь осторожен. Скорее всего, эльфы ждут тебя в засаде. Эти тщедушные создания мне не помеха. Их трупы станут очередным пополнением нашей армии. Угу. Не будь слишком самонадеянным. Наконец-то, говорит Андрадак. Эльфов не стоит недооценивать. Мы просто закончили в прошлый раз вот на этом диалоге, поэтому все уже слышали. Этого гонца, которого... Увидим. Приведите пленника. Который всех сдаст. Как обычно. Как нам попасть в твои земли, эльф? Для тебя, падший принц, Кельталас закрыт. Угу. Сами леса стерегут наши границы. Конечно. Но главной преградой на твоем пути станут эльфийские врата. Поподробнее, пожалуйста. Ваши драгоценные врата задержат меня не дольше, чем обычные деревья. Пригоните мясные фургоны и проложите путь. Модельки очень качественные, конечно. Ну, на самом деле сложно было сделать плохо. Убей эльфов, сравняй их дома с землей. Разбей здесь собственный лагерь. Угу. Лучшего места не найти. Просто потому, что такое столько времени прошло. Технологии шагнули вперед. И детализация, все дела. И по анимации прогресса. И по освещению, по всему. Нежить приближается. Предупредите стражу. Ну, эльфика как бровями играет. Она вот так вот. Появилась лицевая анимация. Много всего. Будь осторожен. В этой миссии мы будем жрать эльфов. Никто не смеет. Как они кричат, лучницы! О, да. Как в старые добрые времена. Так, хорошо, я помню приблизительно эту миссию, потому что перепроходили мы кампанию еще в оригинальной игре не так давно. И справа будет эльфийская база или аванпост, что-то в этом роде, который надо будет... разрушить просто для того, чтобы получить дополнительную шахту. Атаки нас ждут с обоих направлений. Будь осторожен. Поэтому. Ну что еще? Говори. Так, здесь можно разбивать. Никто не смеет мне приказывать. Ну и здесь. Говори. Елочки. Строим пока базу. Будь осторожен. ФПС приятный, детализация. Говори. Ну, графика, в принципе, на максимум стоит. Я поставил более старую видяху 920-ю. Но она все равно хорошая. Вот, сейчас вылетов нет, и при этом детализация отличная. А, на-ка. О, Сильванка. Вам здесь нечего делать. Смотрите, Сильванка. Я Сильвана Ветрокрыла. Предводительница следопытов Луна Света. Справа следопыты похожи на следопытов из героев, из пятых. Это тебе стоит повернуть назад, Сильвана. Перед тобой сама смерть. Как же их там звали-то? Делай, что напишут. Хочешь. Врата, ведущие в сердце нашего королевства, надежно защищены магией. Ты не пройдешь. И шел нот пас. Ну, бас. Никто не смеет. Не знаю, я бы на ее месте, конечно, так не разговаривал с Артасом. Наконец-то. Особенно зная, что ждет там ее потом. Никто не да, там случай с коньками такие твои. Да-да-да-да, это именно они. Ну что еще? Будь осторожен. А, то есть ты сразу Единая пришла, да? Скорбь, Владыка Артас, обитатели этих лесов поднялись против нас. Кажись, косяк небольшой. Блин. Ну что еще? Да, я немножко накосячил с Митвеганами. Говори.
Ну что еще? Мертвые служат тебе. Мертвые служат тебе. Никто не смеет. Айгулька! Ну, Сильванка струшит ауры с замедлением. Классно кричит. Никто не смеет мне приказывать. Так, хорошо, у нас появилась земля. Говори. Никто не смеет мне приказывать. Проклятая земля. Мы? Ну что еще? Никто не и смеет. И это значит, что можно абсолютно спокойно. Мало здесь. Призыв здесь завершен. Давай лучше да здесь сделаем раз. Предначертанное. Говори. Где прольется так, моя кровь? Так. Так. Будь осторожнее. Я жажду служить. Ты сразу акалитов не отправил добывать. Никто не смеет. Потому что Нубас, что за вопрос? Ну что еще? Причина-то понятна. Так, зиггурат, склеп, кладбище и еще один зиггурат. Говори. Зиггураты можно будет прогрейдить. Будь осторожней. Естественно. Наконец-то. Катапультами можно пострелять по дальнему гнолу, по крайней мере. Никто и будем, скорее всего, приказывать. Загружать трупы, выгружать скелетов. Будь осторожен. Ну что еще? Трусливое создание. Я жажду служить. Будь осторожен. Никто не смеет мне приказывать. Гарк, насколько я помню, нет. В этой миссии вообще ограниченное количество типов юнитов, так скажем. То есть тут гули, некроманты и тележки. Завершен. То есть захочешь что-нибудь сделать такое экзотичное, ничего не получится. Разве что калитами можно разрушить. Нежить наступает. Найдите Сильвану. Найдите Сильвану. Удиви меня. Видели мы вашу Сильвану? Мертвые ждут. Нет больше вашей Сильваны. Призыв завершен. Наконец. Никто не смеет мне приказать. Так, а давай-ка все-таки скелетик, а? Завершен. Так, призыв завершен. Я бы здесь прогрейдил, заказал бы гулей, потому что леса никто нет. Никто не смеет мне приказать. А вот и шахта, в общем-то. И еще акалиты сразу же. Бах. Говори. Молодцы. 15 косарей в этой шахте. Ну что еще? Будь осторожен. Я даже гулик верну для того, чтобы никто не смеет мне решить быстро проблему с лесом. Говори. Не надо выключать автокаст скелетов. Жаждет крови. Сейчас они быстро дотащат необходимое говори количество. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Классная озвучка, хорошая. Ну мне что? Не понравился. Я вот уже переварил, я никто фильтровал, на самом деле, на старте речь, потому что чувствовал, что, воли, может быть, говори, могу быть не беспристрастным, так скажем. Но очень сильно выделяется речь помощника орка-подкастера на старте в сравнении с теми людьми, которые никто озвучивают. Не смеет мне вот, это на контрасте ну, еще? Звучит не очень приятно. Вот. Ледяная ну, когда любой человек, который не занимается профессионально, начинает озвучивать. Вот. Я его лично не знаю, у меня нет никаких мотивов. Будь я осторожен к нему, ну, отношусь говори никак, потому что я будь о нем осторожен только слышал, ничего такого ну, не знаю. Еще? Вот. Мы никто не общались лично. Не смеет мне приказывать. Просто будь эксперимент принц, интересный. Из Лордерона. Вот. Спасайтесь. Но мне кажется, что профессионалы должны этим заниматься. Так, вообще сюда лучше не лезть. Я как-то заигрался, если честно. Удиви меня. Мертвые ждут. Будь осторожен. Ради только, может, разве экспы только. Привет, стоит ли покупать рефорж ради новых графики? Субъективная штука. Посмотри стримчики, посмотри. Что-то как ты планируешь вообще играть в него? То есть пройти кампанию, никто поиграть по сети? Никто не смеет мне приказывать. Какова воля твоя? Наконец-то. Удиви меня. Зависит от твоих планов. Говори. Что еще? Поэтому мне сложно тебе советовать. Будь осторожен. Так, короче, делаем апгрейды. Ну что еще? Заказываем акалитиков. Никто не смеет мне приказывать. А там был свиток маны, кстати, в продаже? Телепорт, протекшн, только свиток исцеления. Никто не смеет мне приказывать. И даже не помещается это ни черта. Ладно, давайте свершится следующим образом сделаем. Чертаная. Тут подгрейдим подгрейдим вышки. Наконец-то. Старой озвучки вообще нет. Но старая озвучка есть английская, а на русскую прав нет у них. То есть она принадлежит софт-клабу, насколько я понял. Призыв завершён. И все, и как следствие
Призыв. Пришлось переозвучивать. Соляви. Никто не смеет мне приказывать. Будь осторожнее. Ну что, сейчас еще? Уже пойдет новая атака, к которой я не совсем готов. Давайте еще потратимся. Говори, на... Твоя воля исполнится. Ничего себе. Интересно. Никто не смеет мне приказывать. Говори. Мертвые ждут. Ну что еще? Наконец-то. Блин, надо хотя бы одного убить. Но видите, тележками плохо убивать. Трупов не остается, и все. Никто не смеет. А дальше... Дальше попроще. Первые скелеты появляются. Мертвые. Первые скелеты появляются. Никто не смеет мне приказывать. И все. Говори. Никто не смеет мне приказывать. Что еще? Артас держится, молодец. Арчи, так они кричат. Ох. Класс. Да свершится. Никто не смеет мне приказывать. Так, что еще мне нужно? Т2 достроим, сделаем бойню. Говори. Сделаем. Никто не смеет мне приказывать. Пару темплов демки. Скорбь жаждет крови. Вот я думаю, может быть, мне. Так-то лучше. Ледяная скорбь жаждет крови. Наконец-то. Наконец-то. Удивление завершено. Нет, здесь не справлюсь с таким количеством. Мертвые служат тебе. 100%. Я следую зову тьмы. Лучше никто не смеет мне приказывать. Все сделать нормально. Исполню с радостью. Наши войска атакованы. Да свершится предначертанное. Будь осторожен. Мертвые ждут. А то растеряю эту и без того не... Да, повелитель. Ну, небольшую нельзя армию, так скажем. Никто не смеет мне приказывать. Так, а что у нас по апгрейдам? Такой вопрос. Есть второй грейд на атаку? Нет. Ладно. Ну, кое-как. Твоя воля исполнится. Это будет 80. Давай, 90-100. Поехали. Никто не смеет мне приказывать. Ледяная скорбь. Все, а дальше двигаемся вперед. Ну что еще? Делаем некромантов. С Слоттерхаусом. Я все-таки вернусь на мейн, потому что точно сейчас пролетит новая атака. Еще? На мейн. Следующий грейд не сделать, к сожалению. Тут, в принципе, призыв больше ничего не завершен. Завершен. Призыв завершен. Говори. Призыв. Никто призыв не смеет завершен. Мне так, М. М. Призыв завершен. Говори. Вот. Сейчас, скорее всего, пролетит в ближайшее время будь какая-то осторожен. Атака. Я пока что подожду ее. Ну, отрегеню здоровье, там, починю обсидианки. Ой, со встретим тележки. Призыв завершен. Я не помню, как некромант. Что логично на N. Ну, и потом возьмем гулей. Чисто для мяса. Говори. Тележками, кстати, можно попробовать. Да свершится предначертанное. Собрать трупы. Никто с одного не кладбища смеет мне приказывать. Наконец-то. Да, одного ну некроманта все-таки потерял. И с проградим вышки. Говори. Без с одними а, вышками, зовет. Скорее всего, как, отбиться не получится. Потому что будут говори приходить в том числе баллисты. Эльфийские. Ну, осадные нужно орудия стандартные. Никто не смеет мне приказывать. И... Говори. Ледяная скорбь жаждет крови. Удиви меня. Будь осторожен. Где же Сильвана? Да, не могу повелитель понять. Говори. Ну что еще? Какова воля тьмы? Говори. Где Сильвана? Ну что еще? Я так не дождусь просто ее. Улучшение завершено. Улучшение. Говори. Класс. Ну что еще? А, вот так вы все-таки, да? Твоя воля исполнится. Вот она, Сильвана, легка нам по мини. Да, повелитель. Твоя воля исполнится. Нужно будет. А мы здесь так отобьемся. Да свершится предначертанное. Пробую сделать ретаргет, но какие-то они умные, шибко. Исследование завершено.
Да свершится предначально. Никто не смеет мне. Ладно, если они на меня, я на них. Все, ничего не знаю. Ну что еще? Говори. Исполню с радостью. Вроде справляемся. Да, повелитель. Улучшение завершено. Твоя воля. Как же она кричит, бедолага. Да воцарится смерть, повелитель. Ну что еще? Слышали? Никто отчаянный крик. Так, что по... Я следую зову тьмы. Так, автокаст тьма не стоит, это очень хорошо. Тьмы. Буква R, да, воскрешение? Еще Unholy Frenzy. Я не думаю, что сейчас стоит на кого-то кидать Unholy Frenzy. Ну, кроме, наверное, героя, разве. Ну что еще? Это не факт. Говори. Все, дозаказываемся. Здесь где-то неподалеку должны быть уже ушастые твари. Никто не смеет мне приказывать. Говори. Да, вот виднеется база. Будь осторожен. Говори. Выгружаю трупы. Будь осторожен. Ну что еще? Все, поехали. Никто не смеет мне приказывать. Еще бы акалитов. Тьма зовет меня. Будь осторожен. Все, и давим. Просто давим. Эту погонь эльфийскую. Так, скелетов уже достаточно. Главное не забывать их отправлять, потому что они появляются и без команды, по сути. То есть надо по-хорошему их сразу отправлять через атаку. Катапультами при этом фокусировать производящее здание. Чтобы побыстрее... Меньше сопротивления, чтобы встречать. Говори. Будь осторожен. Можно еще сходить сюда. Здесь, насколько я помню, будь есть осторожен. Какие-то нейтралы. Наконец. Говори. Это неправильно, эльфы. Надо диспалить все это дело. Никто, а у них диспала, кажется, нет вообще. Опачки. Говори. Так, а ну-ка. Новый скелет. Там серьезная группа. Никто не смеет мне приказывать. Вражеская. Говори. Ничего себе. Будь осторожен. Да, справились. Так, может быть, тогда попробовать никто не смеет сбегать наверх, посмотреть. Наши войска атакованы. Говори. Я только всех гулей потерял, представляете? Нельзя. Даже не обратил на это внимания. Что еще? Ледяная скорбь. Я думал, хоть кто-то останется. Исполню с радостью. А Калит нашел не самую безопасную дорогу, но... Ага, вот еще одна штука, где можно использовать катапульты. Ага. Послушники могут ремонтировать поврежденные местные фургоны и технику. Да. Нужно несколько Калитов с собой таскать. Потому что катапульты, видите? Но они регенятся, конечно, от Артаса. Потому что аура... Ледяная работает и на технику. Крови. Наконец-то. Так, давай-ка точку сбора гулей сюда. Наконец-то. Ледяная скорбь жаждет крови. Умри. Unholy Frenzy на юг. Так-то лучше. Наконец-то. Давайте так сделаем. Кольцо защиты плюс 2. Отвратительный артефакт. Ледяная скорбь жаждет крови. Ушатываем ящики. Никто. Может, что еще здесь найдем? Не похоже.
продвигаемся дальше. Здесь, скорее всего, не буду лезть на этот аванпост эльфийский, потому что моя конечная цель — это пробиться к этим вратам. Наконец-то. А к ним нужно идти через вот эту уничтоженную базу по югу карты. Так, надо еще гулик заказать. Можно из лимита даже выходить спокойно. А, был сундук? Опять я. Смотрите, я не это самое. Не замечаю таких вещей иногда. Да свершится предначертанное. Посмотри. Да, он сундук. Недостаточно зверя. Места. Блин. Тьма. Вообще хорошая штука. Меня. Может пригодиться. Так, можно пройти сюда. Не знаю, пока нужно ли или нет. Выглядит так, как будто не нужно. Камень подозрительный. Но он неуничтожимый, судя по всему. Так, дозаказываем акалитов сюда. Может быть, стоит дозаказать и... Так, давайте мидвегены поставим на сбор трупов. У-у-у. Сильванка идет. Сильванов разрывают на части. Ее даже жалко, там мидвегены закидывают огромное количество выстрелов единовременно, и все. И... Так, источник маны. Очень хорошее призыв место. Завершён. Прям лучшее не придумаешь для... Твоя воля исполнится. Для некроса. Тут големы, некромантами их не убить. Но были скелеты, поэтому... Очень активная анимация регенерации маны. Активнее, чем в оригинальной игре. Недостаточно места. Мощное зелье исцеления. Призыв завершён. Ну... Недостаточно места. Ладно, давай прожрем просто это. Любопытно, а сюда как будто можно... Тут пещера, как будто через... Это же не просто так нарисовано, понимаете? Это место, как будто в него можно попасть. Через пещеру аналогичную. Так. Давайте искать. Я, кажется, в оригинальной кампании пропустил его. Андердяк говорит, нет, оно просто так. Очень жалко. Призыв завершён. Призыв завершён. Призыв завершён. Призыв завершён. Так. Призыв завершён, призыв завершён, призыв завершён. Да свершится предначертанное. Да свершится предначертанное. Сейчас будет, наверное, основная битва. На подходе к этим воротам. В труповозках трупов нет. Это плохо. Наконец-то мы добрались до эльфийских врат. О. Продолжайте атаку. Не щадить никого. Вызывайте подкрепление. Мы должны задержать их. Блин, нужны трупы. Сильвана минус. Ну где трупы? Неслась. Больше трупов. Скелетов больше. Мало скелетов. Мало. Блин, все мидвегены мне перестреляли, а? Ладно. Кажись, все-таки справились. Наконец-то. Надо было сюда взять просто 10 гулей на убой. Просто прийти и... И гулями отдаться. Зато сразу были бы трупы. Сразу были бы трупы.
бежать. Сильванка скоро выйдет. Давайте Scroll of the Beast. Надо было сделать пораньше, но тем не менее. Holy Frenzy на... Смотрите, два эффекта друг на дружку накладываются, и не всегда понятно вообще, что там есть. Потому что они одинаково занимают место, ну, то есть по размеру. В одном и том же месте находятся и друг на друга накладываются. Селивана выходит. Наивная. Просто наивная. Никто не уйдет. Ледяная скорбь. Ютуб отвалился. Бывает. Если не поднимется, напишите. 20.00. Все. Изявая миссия, на самом деле. Такая мясная. У тебя масса денег. У противника нет противодействия труповозкам. Ох, какая красавица. Смотрите, видели? Отходим ко вторым вратам. Отступаем. Эльфийские врата пали. Вперед, мои воины. Вперед к победе. Легко. Валькирия говорит, добрый вечер, как дела? Я буду просить отключить плюс-галку в настройках звука, реакция юнитов, озвучка войск, как-то так, за 15 лет, звукового хаоса спама не надоело? Нет, я вообще фильтрую отлично. Врываемся. Отходим в лес. Ха! Арчи такие... Не пожалел Койл. Ты прошел через первые врата, убийца. На следующие тебе не по плечу. Ха. Внутренние врата Луна Света открываются особым ключом, который тебе никогда не достать. Угу. Зря теряешь время, эльфийка. От судьбы не убежишь. Форсиров рубил. Думаешь, я убегаю от тебя? Сразу видно, что ты никогда не имел дела с эльфами. Старфол. Проклятая эльфийка. Мы должны перебраться через реку. Эти фокусы ушастые. Перезапускаем. Сейчас. Так, у нас там следующая миссия. И... Сейчас, секундочку. Пам-пам. Так, уничтожьте три магических сейфа, соберите... О, некроарахнит! С лицевой анимацией тоже. Сделай выбор. Так, хорошо. Здесь нам не пройти. Назад, видимо, потом. А шахта вроде как справа. Твоя воля исполнится. Некроарахнит. Петухи, вот петухи Дракондор, очень красив. Владыка Артас, мы ничего не можем сделать с этими летучими тварями. Ну как ничего не можем? Не бойтесь, ими займутся некроарахниды. Некро что? Ну как нам использовать эту лексику, скажите? Как нам их называть? Некроманты есть, арахниды вместо пауков, зачем? Пауками будем называть, ребят. Нас не сломать. Да, повелитель. Некроарахнит. Да свершится предначертанное. Некроарахнит. Длинно непонятно. I live in the face of danger. Ты мне угрожаешь? Ты мне угрожаешь? Хорошо.
Твоя ты воля исполнится. Давайте попробуем... Воля! Дропнуться сюда. Да, вспоминаю эту миссию. Кажется, мне тут... Надавали в прошлый раз. Так, есть присты. Голик лучше не тратить. Вообще тут лучше никого не тратить пока что. По возможности. Голик назад. Просто за счет скелетов тут пробуем прорваться. Более не подставляем. Вообще их можно отсюда вести. Ну, потому что они хотя бы смогут... Исполню с радостью. Добывать лес. Тележку убили. Так сейчас заметил, что убили. Недостаточно маны. Так, вышку зарешен. Нужно построить секунду. Убрали. Ай-яй-яй. Еще некрас отдал. Ну ладно, посмотрим, сможем ли... Сможем ли додавить это безобразие. Ты узнаешь, что такое боль. Ага. Подрывной отряд дороговато, мне кажется. На такой стадии. Да и лимита нет, чтобы его брать. Призыв завершен. Призыв завершен. Супреми, подчеркивание, Лайдер поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Михаил, привет. Привет. Я вот смотрю, сейчас твой стрим так. Мне очень даже нравится, Рефорджд. Думаю, эволюция неизбежна и хорошо, что это случилось. А что ты думаешь на этот счет? Тебе нравится Рефордж? Да, мне нравится Рефордж. Я почитал негативные отзывы, тем не менее... Ну, во-первых, я в сетевую игру не заходил еще. Я слышал, что матчмейкинг нифига не работает. Там еще какие-то проблемы, старые баги сохранились. Но я, в принципе, и ждал этого, потому что мы играли с вами в бету, мы смотрели степень готовности игры. Я вам говорил, что они, скорее всего, сроки сорвут. Если не сорвут, то выпустят сырую игру. И даже когда они перенесли на месяц, было понятно, что, скорее всего, они не успеют все поправить. То есть у меня не было завышенных ожиданий. Те люди, которые сейчас внезапно столкнулись с тем, что «О, боже, сырая игра!» Они, да, они расстроены, конечно. Вот. Но в компании таких глобальных пока проблем, ну, кроме с такой сомнительной озвучки, непривычной озвучки Артеса, я еще не заметил. У меня пока все работает нормально. Может быть, модно сейчас это хейтить все, но игра у меня вылетала только один раз, и, скорее всего, это по моей вине, потому что у меня блок питания не тянет 2080. Вот, я поставил сейчас 980-ю, и все, высокая графика, FPS просаживался в одной миссии. Вот, но, в принципе... Блин, я все-таки не смогу отбиться, видимо, здесь. Да, призыв завершен. Или смогу. Наши войска атакованы. Я не хочу отсюда уходить, потому что если я отсюда уйду, то я уже... Ну, они отстроятся, гады. Исследование завершено. Твоя воля исполнится. Да свершится предначертанное. Сейчас доделаем... А, у меня два кладбища. Молодец. Нужно больше золота. Ай. Наши войска атакованы. Улучшение завершено. Черт. Исполню с радостью. Да. Ну, надо было сначала отбиться, опять же, а потом идти в атаку и все. Достал, да, все-таки? Твоя воля. Хоть грейт отменяет. Исполню с радостью. Видите, они не могут справиться просто с тем, что постоянно. Сделай выбор. Противник штампуется и. Ладно, делаем еще одну башню духов. Вон, постоянно. Повинуюсь.
Если бы я лучше проконтролил, еще не потерял некросов, не потерял бы тележку, мы бы сейчас довольно быстро при помощи осадного орудия это все разуплотнили. Нет, другой там звук. Так, что делать? Хочу доделать двух акалитов, когда достроится апгрейд на Т2. Завершено. Это первое. Потом достроить гулей. Улучшение завершено. Два калита пошли. Вот с горем пополам убьем эльфийские казармы. Уже не будет выходить. Но выходит в самую последнюю секунду. Нужно больше. Так, финда давай сделаем лучше. Нужно. Буду защищать финдов играть. Ну, финды появляются в этой миссии, поэтому будем сейчас финдов играть. Ты узнаешь, что такое боль. И шахта здесь соблазнительная, конечно. Эх, ну ладно. В алтаре, кстати, никто не делается. Ледяная скорбь. Штампуются только... Только хавки и кастеры. Трусливое создание. Дострою финдов. Мне бы здесь... Может, деку увести. Да, давайте оставим просто здесь финдов. Перетащим одного калита. Да я чувствую, что скоро снова прилетят эти гады. Придут в атаку. Поэтому финды остаются. Просто для того, чтобы прикрывать акалита, который будет делать снычка. Мне не хватает леса для того, чтобы заказать шахту. Но пока выйдет акалит. Наши войска атакованы. Дропнется. Эмадга поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Здравствуйте. Михаил, да. Привет. Привет. Кажется, самое время сказать «продался». Отписка. Ага. Но говорить я этого, конечно же, не буду. А делать буду. Но это не точно. Хотя я в этом не уверен. Обидно, что теперь у Blizzard продают версии 0.99. Никогда такого не было. И вот опять. Ну, правильное окончание, на самом деле, фразы. Потому что у Близов, если мы берем Близов образца 1, 2, 3 Варкрафта, 1 Старкрафта, 1, 2 Диаблы. Хотя нет, 1 Диабло тоже сыровато, конечно, было. Но все равно они там много контента недоделанного специально не стали пускать. Они старались исполнится. Всегда придерживаться принципа when it's done. Да. То есть, когда будет готово, тогда и... Тогда и релиз. Да? Вот. Но когда в бой вступают маркетологи, когда им нужно на Близконе сказать, что вот все, вот в этом году мы рефорж делаем. Вот. Да. Те товарищи дальше от реальности разработки. Получается, что не успеваем. Плюс еще они дали на аутсорс, насколько я понял, часть я работы жду. По моделькам какой-то студии азиатской, что ли. Кто меня, в общем, да, игра ожидаемо недоделана. То есть баги это... Твоя этот... воля исполнится. То, что я же ожидал, как... Повторяю еще раз. Так, давайте отобьемся от Сильванки. Она очень назойливая. Очень назойливая. Вот, и здесь постепенно ставим экспанд. Ничего в этом сложного нет абсолютно. Умирает с таким душераздирающим криком. Давайте проверим, что есть здесь. Видите, кажется, лес можно вырубить тоже. Такие подсказки, руны есть. Что такое? Да, тут просто эльфы. И свиток маны. Ну, ничего. Так, далее. Делаем финдов. Со всеми улучшениями на атаку. Не хватает леса, поэтому добавляю еще один склеп. И для финдов, и для гулей пригодится. Призыв, конечно же. Завершен. Здесь застраиваем призыв, макалитов, начинаем завершен. Добывать. И финды добивают последние здания там юнитов. Надо будет, конечно же, сюда еще прийти. Так, далее.
Здравствуйте, если сложно ответить, будешь ли проходить Battletech? Не планирую. У меня, во-первых, есть легкий хвост по Frostpunk'у, но, скорее всего, это на 1-2 вечера. Потом есть хвости King's Bounty, прекрасная игра, которую тоже хотелось бы, да, ну, не сильно откладывать. Вот, и... Призыв завершен. Ну, рефоржа много будет. Что за анимешный мальчик, где Артас? Но здесь Артас более суровый. На самом деле. Опачки! Налетают. Эти петухи. Пауки, хотел сказать. Чай зловимый. Завершен. Ну давай, давай, иди сюда. Оп! Словили. Что еще? Еще я бы хотел. Кто меня звал? Дочистить там Финдами. Спящий пробудится. С лесом будет все хорошо. Да, 6 гуляй этого вполне хватит для. Нужно построить зиггурат. Вот, и зиггурат бы еще построить. Вполне вероятно, сюда будет налетать, поэтому я лучше сделаю 3 зиггурата там. Кажется, я второй дирижабль. Кто меня звал? Отдал. Открываем магический сейф. И я лунный кристалл. Жду. Мне придется... Исследование завершено. Мне придется декой вернуться сюда. Собрать кристалл. Призыв завершен. Да, согласен. Артас... Потлатый такой, бледный. Как он... Чем он на анимешника вообще похож? Недостаточно места. Призыв завершен. Призыв завершен. Лунный кристалл, один из трех. Этот лунный кристалл. Часть ключа. Будем выходить из лимита сейчас. Найди еще 2 таких кристалла. Думаю, да. И откроешь эльфийские врата. Думаю, да. Здесь телепорт. Телепорт и вышки есть, да? Причем вышки разные, но они... Подходим, подходим, подходим. А, это противовоздушные, видимо. Есть вышка ярости неба и обычная вышка. Ладно, хорошо. Сейчас мы быстро уничтожим эти вышки, а потом уже будем заходить в телепорт. Паучкам желательно бы добавлять труповозки, что пауки со своим пирсинговым уроном слабо пробивают здание, и хотелось бы... Улучшение завершено. Спящий пробудится. Призыв завершен. Почему? Я не совсем понимаю, почему он говорит спящий пробудится. Исследование завершено. Учитывая то, что. Ну, в русской версии в прошлом было спящий пробудился. The sleeper has awakened. Представившийся как Бобби Котик поддержал ваш канал. Бобби Котик, рублей, что скажешь? Давай. Я считаю, что массовый хейт Reforged это сознательная акция конкурентов. War 3 слишком хорошо живет, поэтому зарубить его на корню выгодно капиталистам. Капиталистам. Таким как ты, котик. Ненавижу. Вот единственный котик, которого ненавижу, это Бобби. Ну посмотрите на лицо этого человека. Посмотрите, сколько он зарабатывает. Чисто корпоративный чувак. Ненавижу таких, ненавижу. На нашу базу напали. Деньги, деньги, деньги. Котик. Тем-то фамилию менять. Бобби, Бобби. The sleeper has awakened, говорят финды. Спящий пробудился. Has awakened. Если мне школьная... НТ поддержал ваш канал на 300 рублей, сообщает да. Мишкер. Да. Здравствуй. Здравствуйте. Как рефорж, брать? Хорошо рефорж. Вроде это какой-нибудь там Present Perfect. Типа
только что вот пробудился, вот-вот. Без точного указания на время, не? Почему пробудиться? Кто-нибудь объяснит мне? Has awakened. Не? Нет, я допускаю, что... У меня ж базовый уровень. Завершено. Тся еще с мягким знаком. Хэмл, не провоцируй, слышишь? Что сделано? Ладно, делаем вторую... Во-первых, тратим деньги. Это очень важно. Во-вторых, даем точку сбора на дирижабль. Это уже есть. Дальше делаем еще одного калита. Ставим... больше золота. Ставим здесь шахту. Нужно про короля лича. Просто он по-английски говорит. Вполне конкретно. Опять что ли? Да вы издеваетесь. Сколько вас там? А ну-ка. Нормально. Живем. Так, давай-ка сюда. Чего? Классные, конечно, гоблины. Очень классные. Так, поехали. Митвегоны есть? Есть. Некроарахниды есть? Есть. Что нам еще нужно от игры, правильно? Поехали. Я, кажется, не доделал апгрейд 3. А, нет, все готово уже. Можно оставить одного паукана на базе для того, чтобы он отлавливал летающих людей. Мне кажется, маловато все-таки у меня вагончиков. После этого мы, кажется, окажемся завершён. В левом верхнем углу. Ну да, надо сейчас выходить из лимитов. Маршал поддержал ваш канал на 100 рублей. Маршал на 100 рублей? Спасибо. Маршал. Выходим из лимитов. Выходим. Че я думаю? Сомневаюсь еще. Ва-а-а. И сразу такая толпень. Ай-яй-яй-яй-яй. Что происходит? Еще герой здесь. Ё-моё. Не надо, друзья. Ну что вы делаете? Я же не справлюсь. Тут слишком много народу. С дефенсом еще вытанковываются. Что же вы со мной делаете? А я же старый человек уже. Завершен. Так, Селиванка, а ты куда полезла? Это ж она внутри здесь находится, 100%. 100% с кавычках нет. А, она уже здесь. О, ничего себе. Да, она пробегала вообще мимо. А вот было бы плохо, если бы она... Я ее видел здесь. Она здесь была. Если бы она здесь тоже сражалась. Финн, ты не хочешь пойти куда-нибудь? Нет? Нет? Что с тобой, друг? О, я чувствую, на ВЦГ какая-нибудь такая тема будет. Люди гореть будут. Я видел, как у Хавка... Вообще не строил рабочую ферму. Вот перед ним стоит уже заготовка под ферму. Он на нее тыкает прям в центр. А не строится ничего. Но здесь тоже паук вел себя крайне странно. Прямо скажем, отвратительно себя паук вел. Он никуда ни влево, ни вправо, просто крутился на месте и все. Так нельзя.
Так, закидываем. Закидываем тележечки. Да, сразу закидываем их в центр. Еще можно сделать парочку штук. Нужно больше золота. Можно и гулик с собой взять. Пусть едят, правильно? Там 6 гулей. Наши войска атакованы. Можно, конечно, не всех с собой взять. Да ладно. Вот. И 100 лимита уже здесь есть. Юниты бастуют против рефорджа. Этот артефакт, кстати, ничего не добавляет. Жаль. А, это противовоздушная вышка. Так, добавим здесь еще парочку зиггуратов. Очень шустро с вагончиками убиваем базу. Не обязательно это делать. По сути, мне нужно собрать только из магического сейфа. Опять вы, да? Ладно, еще не мейн. Гульки тоже молодцы. Стараются. Собираем второй лунный кристалл. Второй лунный кристалл наш. Артас на всякий случай дублирует, если бы вы не услышали. Завершен. Спящий призыв завершен. Наши войска атакованы. Так, теперь нам необходимо вот сюда вот пройти. Как это сделать, только не совсем понятно. Видимо, нужно именно дропаться. То есть нужно брать дирижабли и вот куда-то сюда запрыгивать. У меня есть там 3 дирижабля. В общем-то, можно попробовать. Но через телепорты вроде как туда не добраться. Ладно, пробуем. Ребят, ну давайте как-то поорганизованнее, что ли. Поехали. Наши войска атакованы. Добро. Ну, это же хорошо. Такое мясцо. Катапультам, конечно, лучше рассказывать, по кому стрелять, иначе они стреляют там по бегущему футмену. Мажут, естественно. Ух ты! Все там эльфы справились. Ну, по сути, мне нужно прорваться только к этому магическому сейфу. Вроде бы это самое главное, да? У меня же такая задача. Уничтожьте 3 магические, соберите... Да, соберите кристаллы. Да. Значит, тривиальное. Все, пожалуйста. Оп, собрано. Наконец-то. Третий лунный кристалл. Мы собрали ключ 3 лун. Да. Там, правда, еще одна дорога. Кажется, нам нужно будет еще пробраться в правый верхний, да? Приведите Артаса к вратам. Я оставляю наших товарищей разбираться. Они должны справиться. Артаса просто закидываю по-царски. Беги, Артас! Да ладно, что? Он не двигается вообще!
Я понимаю головокружение, замедление, но там же скорость должна... Что? Нет, оно так не работает. Я привел в круг. Что? Привет. Я привел к вратам. Вот, чекпоинт. Наши войска атакованы. Наш герой погиб. Во-первых, когда вы падаете из дирижабля, у вас все равно не нулевая скорость. Если мне память не изменяет, а механика другая. То есть головокружение тебе, ну, очень похоже на пурдж, как действует. То есть у тебя снижается скорость атаки, скорость перемещения, но она не нулевая, ты все равно можешь перемещаться. Как так? Как так? Я не понимаю. Ну это нечестно. Привести к вратам. Я привел его к вратам. Вот он, магический круг, который, как правило, является... Ну, таким... Типа маркером каким-то, да? Призыв завершен. Почти истощился. Сейчас мне Артаса нужно в алтаре еще восстанавливать. В двух алтарях, чтобы быстрее было. Некто, представившийся как Котик Бобби, поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, надо было выложить предмет, дурашка. Да вроде нет, не надо ничего выкладывать. Опять ты, а? Ждем Артаса. Я смеюсь в лицо, Юдю! Так, ладно, собираем дирижабли. Ждем Артаса, собираем дирижабли. Нам нужно, видимо, сюда высадиться. Я попробую выложить, конечно, артефакт. Но вроде бы, когда я проходил в прошлый раз, ничего не надо было делать. Мы просто пришли и все. Я говорю, просто пришли и все. Посмотрим. Ты мне угрожаешь? Так. Артас, прости, но я как бы вообще не знаю, в чем проблема была. Поля! Поля! Спящий пробудится. Ты мне угрожаешь? Давайте закинем всех, кто здесь есть, в дирижабль. Этих лучше, конечно, закинуть в дирижабль, который поздоровее. И одна отчаянная труповозка. И дропаемся. Сейчас, по крайней мере, я могу... Я не могу вообще ничего с этим предметом сделать. То есть он его не выложит, я сейчас не сделал. Врата не проатаковать. Давайте еще разок попробуем. Артас, давай. Ну! Ну! А, не успел бы его долететь. Что они от меня хотят? Что они от меня хотят? Вот восклицательный знак, задача. Приведите Артаса к эльфийским вратам. Артас, Артас. Эльфийские врата, эльфийские врата. Я пришел. Наш рудник.
Миг истощен. Будет больно, только сначала. Уничтожить вышки? Ну, я это делаю, конечно, потому что другого ничего не остается. Но мне кажется, что... убить все надо. Этот оставил еще в хвосте. Прилететь на дирижабле. Интересная, кстати, версия. Можно попробовать прилететь на дирижабле? Так, ну мы убили последнее здание эльфа этого цвета. Ой, господи. Наконец-то. Ну, хоть ожил. А он так мог? Врата открыты. Как только мы разделаемся с Сильваной, путь в сердце королевства будет открыт. И Сильвана такая сверху. Будьте вы прокляты, чудовища. Что мне еще сделать, чтобы остановить вас? У нее там пресс прям рельефный, настолько рельефный, что... начинает действовать мне на нервы. Даже издалека видно. Рельефнее, чем эти горы. Бросился в глаза. Так, хорошо. Победа. Это голос Тирент? Кстати, это голос Тирент. Глава 5. Падение Лунасвета. Некоторое время спустя на окраине эльфийской столицы Лунасвета. Очень мне нравится, когда медленно так герои идут, и юниты тоже. Ох, класс. Так. Ты хорошо справляешься. Пока. Но главное испытание еще впереди. А я все думал, когда же ты появишься. Я должен следить, чтобы ты выполнял свою работу, человек. А не делать ее... за тебя. Я доберусь до солнечного колодца и без тебя, повелитель ужаса. Как знаешь. Красивый какой. Но будь осторожен. Колодец наполнен магической энергией. Эльфы черпают из него свою силу. Они будут защищать его до последнего вздоха. Мог бы помочь нам на самом деле. Думаешь, он знает, что ты мне помогаешь? Полагаю, он что-то подозревает. Он привык не доверять никому и ждать худшего. А теперь соберись. Час моего воскрешения уже близок. Собираемся. Так, куда мы собрались-то? А я не помню эту миссию. А что это такое? Ладно, давайте осмотримся. Это новая карта, что ли? Карта другая была, ага. О, хорошо. Так, осматриваемся. Вижу голема сразу же. Вы поехали. Уже забыли о нас, твари? Опять? Башано Фалор Тала. Тебя и вертал. Она ну, упорно напоминает мне тебя, рыцарь смерти. Из базы замолкни, нельзя уйти. Начинается призрак. Сразу какая-то. Ай, только не гульку. Ай. Наши войска атакованы. Ты за это ответишь. Хорошо, но чаром не делает. Какая-то странная Сильвана. Что ж ты на шестом? А, у нее Starfall, типа. И Windwalk? Владыка Артас. Похоже, эльфийка собирается вызвать подкрепление. Этого нельзя допустить. Что? Перехватите гонцов. Где ни гонцы? Ни один из них не должен добраться до города. Покажите мне гонцов. Убейте всех гонцов. Сильвана не атакуйте на свет. Так, давайте соберемся. Во-первых, Т3. Во-вторых, что у нас есть? Угу.
Это гонец Сильваны. А, вот, мирный эльф. Мирный эльф. Звучит, конечно, как-то... Я не могу понять, откуда этот звук? А это финды так топают лапками. Слышите? Сильвана отправила гонца в Луносвет. Если его не остановить, эльфы пришлют подкрепление. Да хватит уже, поставь точку сбора, успокойся. Гонец побежал. Так, ладно, хорошо, посмотрим. Здесь я бы... Что? Куда? А? А, гарги! Гаргульи, которых мы привезли вот. Из Нардского, помогут нам обнаружить гонцов. Карта была абсолютно другая, реально другая. Наша база была в правом верхнем углу. Совсем другая была карта. Так, источник силы, это что такое? И это отсюда прилетело. Что? А, это архмаг какой-то. Ну, по лицу он точно задал ран. Давайте немножко времени выиграем. Так, я здесь. Я здесь. Гарги прилетели. Всем разбежаться в разные стороны. Гарги в городе. Так, смотрите. Ситуация какая? Мирные эльфы бегают, да? Мне бы нужно найти шахту. Шахта, скорее всего, здесь. А каким-то макаром отбиваться от Сильванки, которая будет прибегать периодически сверху. Это тоже понятно. О, убиваем тут этих троллей. Темная цитадель, кладбище, да? У меня темной цитадели нет. Угу. Есть. Нет? Нет. Уже гарги одной нет. Бывает. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Класс. А это топают пауки. Перебирают лапками. Призыв завершен. Так, не гуля, а гаргуля. А. Г. Гаргуля. На-ка. Так, а здесь уже архмаг пес. Пятого уровня, между прочим. Что? Да ладно, еще здесь этот. Телепорт есть. Давайте-ка отступим. Я тут не справляюсь. Пауки так тупят, блин, как я вас люблю просто. Ой, Артас, бежишь? Ну так. Ай. Ладно, надо организованнее просто отбиваться и все. Просто организованнее. С Артасом тоже надо аккуратней. Слоу дикая вещь. Не отпускает меня там. Владыка Артас, Сильвана отправила гонца в Луносвет. Опять? Уже зачастили что-то гонцы. Такая она крыска, вы видели? Просто. Чуть что сразу... Ладно, гарги перехватывают гонцов, а я тут думаю о жизни. Мне... А, гонцы на этом, на транспорте летают. Неплохо придумали. Может, реально от этого летать? Что случилось? Гонец готовится. 2:28 времени до гонца, до следующего. Так, и новый лимит, да? Давай-ка сюда, Артас. Надо подлечиться тебе. А что по апгрейдам? Апгрейд на защиту. Руна исцеления вот такая вот валяется.
Ладно. Яркмаг приходит. Но это вот ошибка. Шинда поддержал ваш канал на 100 рублей Шинда. И сообщает. Добрый вечер. Добрый. Сударь Майкер, не могли бы вы захватить раба эльфийского, дабы посмотреть, можно ли отстроиться за ушастых да нанять героев? Да вы, батенька, знаете толк в возвращении. Во-первых, банши еще не появились. На-ка. Он сражал мою руну, кстати. Гад. Банши еще нет, увы. Они появятся тогда, как да, мы Сильванку обратим в... Ну, в нежить. Самое удачное время для контратаки, я полагаю. Работаем. А, шли скелетики. Ну, тут, наверное, третья аура даже, а не ультимейт. Для скорости гарка, для регенерации. Призыв завершён. И сюда надо сразу Акалита, потому что, ну, для темпа хочется нычку поставить. Бедный ДК так страдает. Реально страдает. Режет его. А, это гад. Так. Можно было даже дефпэк сделать какой-нибудь. Ладно, вторая группа гарка у нас будет здесь. Атакованы. Сильвана отправила еще одного гонца. Откуда? Его куда? Нужно остановить. Да я прям здесь, слушай, вообще без проблем. Одна проблема. ДК вообще нездоров. На нашу базу напали. Не стоило тебе заходить в мои леса. Господи, какие же вы назойливые. Умер. Да Г. Нет, не Г. Ф. Был неправ. А где гонец-то? Он уже слева. Вот плывет, гад. Нужно больше золота. Да, самая большая пока что здесь сложность. Во-первых, миссия новая для меня, я не играл в нее. Ай-яй-яй, то, что надо в разных местах контролить. Вы же понимаете, я не самый хороший контролер. Я лучше гаргу даже не делать. Побыстрее штампануть лучше здесь базу. Ну, а другое дело. И тут поставить некрополь. Нужно больше золота. Отлично. Так, доп задачу выполнили. Гонцов, видимо, больше не будет. Очень жалко. Ну, по крайней мере, с этой базы. Дальше. Концентрируемся на том, чтобы... О, медальон храбрости. 4-4. Сила и интеллект. Выходим из лимита или не выходим из лимита? Верх даже есть. Ладно, выходим из лимита. Победили. Выходим из лимита, строим гарк. Здесь бы еще починить зиккурат. Странно, в прошлой версии, убив базу с гонцами, мы сразу получали сливанку.
Может, здесь, кстати, и покажут, как получилось Сильвана. То есть понятно, что она была поднята Артасом после смерти, но... Мне хочется посмотреть, по крайней мере, кат-сцену по этому поводу. Начинает работать, наконец, вторая шахта. Далеко не в полную силу. Так, давайте проверим, что у нас в этом углу. Ну, тут... О, пожалуйста, красный дракон. Здоровый, 900 хитов. Что по апгрейдам? Ничего по апгрейдам. Из него выпал камень здоровья. Блин, даже... Даже да, даже возьму его. Призыв завершен. Все, дальше... Мы достраиваем необходимое количество калитов. С двух баз спокойно строимся. Артас группа основная. Гарги отбиваются, если что там на базе. Все, здесь нормальная добыча уже. Если Ливанка придет, мы от нее уже сможем отбиться с меньшими проблемами. Короче, говорит, Миш, судя по поступку Мартаса, он действительно интеллектом обделен, так что ты собираешься соответствующие суммы, дабы компенсировать. В смысле, а что, во что с Артасом не так? То есть, если бы тебе предложили безграничную власть, то ты бы... Что, где он себя проявил как глупый? Ну, представь себя в лучшие годы, там, не знаю, 20-22 года. Море по колено, и тебе говорят, вот... Unlimited Power. Здравствуйте. Джедаи переходили на темную сторону. Понимаешь, джедаи... Ощути гнев эльфов. Я и не стал бы его винить. Так, а что здесь продается? Рассеивание, там трушот есть, кстати? Там, если тролли, то, может быть, даже дадут замедление. А, это обычный лагерь наемников. Я думал, какой-то особенный. От селиванки отбиваемся. А лимит строим. Кажется, сюда нужно снарядить Акалита, чтобы он просто... Чихну сейчас. Будь здоров. Спасибо, Миш. Чтобы он просто поставил пару зиггуратов и был готов чинить. Вот и все. Спасибо, Квинг. Может быть, даже обойтись этими самыми зиггуратами. А этих гаргуль с собой взять. Ну, куцай армию просто у Деки. Ладно, вас можно оставить здесь. Все, ты чини. Здесь мы подрегенились. И поехали дальше. С китайцами не общался в последнее время. Ох, какие ямарные-то, а. Не-не-не, не общался. С китайцами давно не общался. Гарги 2-2. Сейчас третья аура с двумя пачками гарг. Как бодренько мы будем тут бегать. Бегают эльфы, но я даже не буду тратить время на это. На это отребье. Ой. Мисклик. Призыв завершен. Скрыл забист, конечно, очень хорош. Так, тут делаем вышки. Свиток зверя брать не буду. Дальше переход по мосту, судя по всему. О,
здрасте. Кто это у нас тут побежал? А, мы типа не бьем эльфов. Ну, то есть это не враги, это нейтральные. Есть выбор, убивать эльфов и не убивать. ФПС дико просел. Ух ты, какие тут стены. Ой, красиво. И сливанка выходит. Я преклоняюсь перед твоей отвагой, эльфийка. Но игра окончена. Значит, я буду драться с тобой, чудовище. Один на один. Один на один? Анарала Абилоре. Тебя также. Один на один. Так, вот и нет Сильванки. Вот, и вот этого момента я ждал в оригинальной кампании. Как Сильвана стала... Я заслужила быструю смерть. А нет. После всего, что мне довелось пережить по твоей вине, даже не надейся. Нет, ты не посмеешь. Керриган? Ты ли это? А вот и Сильвана. О, ах, красавица. Здравствуй. Да, это Керриган. Тут еще маги какие-то никчемные. Что ты хочешь? Выхожу из лимита. Без героев справились. Сайлас. Ой, красивая вот эта вот штука тоже для прицеливания. Класс. Из дирижабля дропаются новые. У нее, правда, есть еще хауль, как у Питлорда. Как у Паденица. Ай. Жалко гарду. Ну ладно, сейчас достроим. Подсливал этот лимит, подсливал. О, руна исцеления, оказывается. Можно взять? Спасибо. Так, дальше не пройти. Ну, будем искать, будем искать. Вот, пожалуйста, новые миссии. Здоровый какой-то эльфийский город. И портал. А у меня митвеган остались. Шикарно. На-ка. На-ка. О-о-о. Синхронненько. Надо было там сделать разведку, но мы это сможем сделать просто через... Ну, гаргами, если что. Пролетим. Там капитан. Капитаны. Неужели тролли френдли? Да. Хочешь топор? Юванекс. И чудо. И чудо. Наши войска атакованы. Хочешь топор? Так, к нам присоединяются тролли. Зачем меня призвали? Нет. Так, а дальше как? Дальше возвращаемся, судя по всему, сюда. Берем гарг. Появляемся. Прикрываем наших. Поехали. Ой, Близзард, как же больно бьет, а. Сайленс, как у Хэппи сейчас был. После первой же волны. Но я не специально, мне просто повезло. Близзард, давай, сделай. Нет? Старик, старик. Собираем еще исцеление. Кто звал? Так, Банши. Источник силы. Восстанавливаем ману, восстанавливаем жизни. Третья Сайленс.
можно сходить на... Ничего себе, а вы откуда? Вот это наглость, на самом деле. Ладно, я отправляю часть гарк отбиваться от этих петухов. На будущее надо поставить зиггураты. Эй, чудо! Кое-как приклевали этих петухов. Скорее всего, будет какой-то переход. Здесь же... А, нет, здесь база. Не факт, что там все симметрично. Я зря так. Наши войска тут призыв. Гарга. Тут база вражеская. Отправляем сразу сюда калиту, потому что можно еще одну шахту поставить. Призыв завершен, это против хавков. Но, скорее всего, они прилетели вот с этой базы. Поэтому мы их сейчас в любом случае убиваем. И больше угрозы не будет. По крайней мере, со стороны хавков. Почти истощился. Мне говорят, что золота мало осталось. Мирные эльфийки стоят у входа. Наши войска атакованы. Наивные. Ай-яй-яй-яй. Были эльфийки, нет эльфийк. Улучшение завершено. Кого убить? Вот здесь подозрительное место, да? Прям очень подозрительное. И явно что-то... И рунки находятся, и явно эти деревья посажены не просто так. Сходим посмотрим. Страшно на свет, аж кто? Кто что? Что там? Чародейский свиток. 150 здоровья, маны и броне. Такой комбинированный свиток. Не совсем лечение, но протекшн. Половина рестора и протекшн, вот так. Хотя рестор, кажется, 250-100 дает. То есть очень хороший этот свиток. Так, а шахты-то нет здесь. Кто звал? Нету шахты. Что ты скажешь? Мой долг повернулся. Ладно, я думаю, хватит нам ресурсов. Прорываемся. Задача какая? Доберитесь до солнечного колодца. Изи. Куда мой ты побежал, пес? Это западня. Кто? Кто? Тут 10 уровня герой. Что там? А, солнечный скат. Два эльфийских героя каких-то. Талориэн, искатель рассвета. Что? И они ливают, да? Ну, типичный эльф. Похарасил и бросил. Если ты так хочешь. Угу. Мой долг повиноваться. А, здесь не пройти. Давайте мостик включать. Ледяная скорбь. О, заморозит. Вау! Пыщ! Никак не могу привыкнуть, что... Наш рудник истощен. Фростморн — это ледяная скорбь. Мой долг повиноваться. Да, вот эти два эльфа. Мочи их. Хорошо. А мне куда деваться, ну бас. Красивые они, конечно. Доспехи яркие, мечи такие, шух. Жители Лунасвета,
Я предложил вам сдаться, но вы отказались. Знайте, что сегодня ваш народ и все ваше наследие исчезнет с лица земли. Сама смерть явилась, чтобы завладеть родиной эльфов. Вот этой миссии в таком виде не было, конечно, не было. Восстань, Кел'Тузад, и снова служи королю Личу. 10-й левел — это отец Кель'Таса, 7-й — это убермечник после смерти. Было обещано. Король Лич даровал мне вечную жизнь. Я выполнил свою часть сделки, Лич. Ты готов рассказать мне все о повелителях ужаса? Конечно, но не здесь. У них повсюду есть глаза и уши. Ага. Нам нужно найти безопасное место. Короче, Ирбис в чатике пишет, что 10-й левел — это отец Кель'Таса. А 7-й — это убер-мечник после его смерти, но Нейм Эльфийка возьмет его меч и отправится в Нордскол мочить нежить, очень много андедов нарежет, но в итоге сольется. Все это, видимо, из лора. А, и станет рейд-боссом в Вове в виде нежити. Понятно. Вот так вот. Довольно простая миссия. Что ж. 3 дня спустя среди заснеженных вершин Альтеракских гор. Интерлюдия, то есть не надо контролить. Откровение называется. Приветствует нас, видите? Так ты не злишься на меня за то, что я когда-то убил тебя? Не говори глупостей. Король Лич заранее предупредил меня о том, чем закончится наша встреча. Он знал, что я убью тебя? Конечно. Он выбрал тебя своим защитником задолго до того, как появилась плеть. Если он столь всемогущ, то почему позволяет повелителям ужаса командовать собой? Они служат тем, кто создал нашего властелина, огненным повелителем пылающего легиона. Какого легиона? Не тормози. Пылающий легион. Burning Legion. Это могучая армия демонов, уже покорившая множество миров. Теперь они хотят придать огню этот мир. Какие думгарды красивые. Наш чтобы подготовить пришествие легиона. Питлорд справа. А повелители ужаса надзирают за ним. То есть чума в Лордероне, цитадели в Нордсколе, бойня в землях эльфов — это все приготовление ко вторжению каких-то демонов? Да. Со временем ты поймешь, что вся наша история — лишь репетиция грядущей войны. А теперь идем. У нас много дел. Не, модельки, конечно, очень классно сделали. И то, что катсцены переработали, хоть и местами немного, но тем не менее. История для меня, она... ну, как бы знакомая, но она не такая, как в оригинале. То есть тут как слишком много всего переделано. Это хорошо. По-другому она рассказана. То есть сюжет тот же самый, но визуальная часть очень сильно поменялась. Тогда мы... ну, во-первых, эмоции были хорошие еще, мелкие все были. И ностальгия сейчас раньше была лучше. Но по сравнению, конечно, с... вот если взять скриншот один, скриншот второй с какой-нибудь катсцены, это небо и земля просто. Вот. Но Артас, конечно, какой-то унылый. На следующее утро неподалеку от поселения клана Черной горы. Черная гора проблем, часть 2. Да, Черная гора проблем. Я в прошлый раз тоже думал, что это неправильное прочтение. Не пора ли мне узнать о второй части плана, Лич? Плана Лич. Итак, по воле короля Лича, мы сделали первый шаг. Создали плеть и уничтожили всех, кто мог противостоять пришествию легиона. То есть войска Лордерона и высших эльфов. Именно. Теперь мы должны призвать повелителя демонов,
который начнет вторжение. И куда мы направляемся? Неподалеку отсюда расположен лагерь орков из клана Черной Горы. Mm. На его территории находятся демонические врата. Да. С помощью этих врат я смогу связаться с повелителем и получить от него дальнейшие указания. Так, уничтожьте бажи орков, защищающие демонические врата. У нас появляется лич 5 уровня. Со второй новой нубас. Смотри, ледяной змей. Эти драконы — любимцы короля лича. Он хорошо послушает нам. Так, ну я помню эту миссию, она пока чисто визуально. Я буду твоими глазами. Слева орки, справа орки. Уничтожьте базу орков, защищайте демонические врата. Окей, хорошо. Ага, сразу так. Что так, это первая база орков. Не, давайте я дождусь все-таки атаки, потому что не помню. Отсюда я пришел. Тут реально где-то 3 или 4 орковские базы. Раз, два, три, четыре, скорее всего. И вот он, Легион послал Блейдмастер, смотрите. Чтобы испытать нас. Вперед, за клан Черной Горы! Расист. Мы орки, истинные слуги пылающего легиона. Ага, конечно. А это безмозглая нежить. Безмозглая? Оскорбление для наших хозяев. Твои воины не справились, Дикай. Мы сотрем вас с лица этого мира. Ой, хорош критовать, слышь, пес. Разумеется. Такой. Молодец. Он уронил какую-то книгу. Она магическая? Магическая. Это демонический фолиант. Без сомнения, такие же книги есть и у его товарищей. Я уже встречал орков, поклоняющихся демонам. Какую роль они играют во всем этом? Дракон здоровый. Это очень сложный вопрос, юный рыцарь смерти. Достаточно сказать, что они больше не нужны легиону. Так, убейте Трокферота, Мазиг... Короче, всех нужно убить. Кто всех орков. Меня? Дополнительная задача. Я здесь в прошлый раз проходил миссию через вермов. Ну, потому что меня постоянно развлекали, и надо было быстро что-то с этим делать. Я, наверное, так же пройду в этот раз. Единственное, что я не уверен в... Исследование завершено. Ну, в том, что сейчас можно спокойно выходить с базы. Ожидаю я подвоха, ожидаю атаки. Улучшение завершено. Нам нужно больше древесины. Почему я гули не сделал нормальное количество? Что-то не так. А сейчас... Орки не проблема, это кланы разрозненные. Они действуют не синхронизированно. И поэтому будут уничтожены. Наши войска атакованы. Кто звал меня? Ну и сразу поставим здесь базу. Что-то не так. Разумно. Это настоящий. Ах ты, пес. Это настоящий. Право, который... Так, окей. Берем Акалита еще одного. Этого оставляем здесь. А, делаем... Не делаем. Древесины. Давай еще пару гулей. Не экономим, пожалуйста. Так, и... Решающий выбор.
призыв завершен. Сделаем верма, я так косячу. Нельзя сотворить. У меня то леса здесь не хватает, то лимита. Давай апгрейд тогда сделаем, тоже леса не хватает. Ну надо, это хороший, полезный апгрейд. На нашу базу напали! Наши войска атакованы! Призыв завершен. Красиво. Так, отбились от этих? Призыв завершен. Да, здесь надо сразу ставить. Призыв раз, завершен. Потом ставить. Где шахта? Была же шахта. Ах вы. Бойся тьмы. Хитры какие. Почему-то пропадают объекты из поля зрения. Наши войска атакованы. Выходим из лимита. Что-то не так. Исследование завершено. Ах, гаргу. Когда же рабочий у него закончится, что я смогу спокойно зайти в шахту? Там же нужно, чтобы она простояла где-то 2 секунды тут. Нормально. Все, теперь добиваем. Я здесь оставлю всех, кроме героев. К твоим услугам. Пусть. Ну, я верма умудрился потерять. Пусть они спокойно добиваются, что здесь осталось. Больше что мне ничего не нужно. Увидеть? Шейду пошлем на всякий случай. Возвращаемся героями, потому что, скорее всего, сейчас снова прилетит атака. Чувствую. Вот есть ощущение. Поэтому... Поэтому лучше вернусь заранее. О, чувствуете? Я тренировался всю ночь просто. Понимаете? Все тайминги, все просчитывал. Нашу базу напали. Наши войска атакованы. Домогается до гуляй. Нужно больше золота. Черт. Так, окей. Кто звал меня? А подожди, Гулю. Разумеется. Призыв завершен. Все, наконец-то справились. Здесь пара... не пара калиток. Я же достраивал их специально. Можно сейчас пойти верхнего орка выманить, начать убивать. Потому что мне кажется, что... Призыв завершен. Ну вот, справа мы убили, отразили, точнее, одну атаку. Стало быть, время есть. Это я буду твоими глазами. Я буду твоими глазами. Так, что делать? Блин, не хватает мне ресурсов, не хватает. Не построить масс вермов, вы понимаете? Не построить. А можем отступить, а? Но там их слишком много. И ДКУ окружили. Эй! Ретаргет, ну ретаргет, нет! 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 Да я промахнулся койлом. Крипл жесткий еще, меня так штрафует. Разумеется. Наши войска. Ладно, атакованы. Я запомнил вас. Кто ему слуга? На нашу базу напали. И подрывники. Не. Вы чего, друзья, какой? Не надо. На нашу базу напали. Разумеется. Убиваемся кое-как.
Восстанавливает зиккурат. Восстанавливаем зиккурат, восстанавливаем Акалита. Делаем апгрейд и ждем деку. Да, сейчас. Кто звал меня? Там еще шаманы классные, которые... Успели барак отстроить? Как? Тут стоит и постоянно атакует несколько юнитов. Они реально умудрились отстроить барак. Разумно. Ладно, спокойно, хорошо. ДК выходит. Давай, родной. А, давай так сделаем тоже. Опять куча юнитов. Просто куча юнитов. Нужно построить зиккурат. Еще один сделаю. Понимаешь, что сейчас доделывается и вроде как хватает. Завершен. Сейчас аккуратненько. У них станы просто еще есть, у этих шаманов, чернокнижников. Ай. Справимся. СНДК все-таки. Маны не хватает. Нужно больше золота. Просто не хватает маны. Огромное количество опыта. Нейтрализуем вышки. И, наверное, выходим в лимит 100. Еще сюда бы сразу Акалита взять и поставить третью базу. Исследование завершено. Так, гульки, оказывается, не справились со сбором леса. Там фарсир стоит. Здрасте. Тут у нас вот такой красивый. Плеант интеллекта берем. ДК очень битый. Лучше Death Pact. Если бы он был в прошлый раз. Склуб значит, и прочее. Наши войска атакованы. Шипы. Меня просаживают. Давай халдим здесь. А, это еще вышку не заметил. Дальше выходим из лимита. Зиккурат делать не будем, потому что некрополь достроится. Здесь горем пополам убили, добиваем остатки орочей базы. И потом этот лимит надо будет, конечно, использовать. То есть либо освободить, либо взять с собой, потом освободить. Что с ним сделать? Все-таки медленно Бермы убивает базу. И у них магический урон, он тоже штрафуется неплохо. Поэтому да, делаем третий грейд на. Гульки, оказывается, у меня. Просто я их не заметил рядом с мейн. А так гули у меня есть, так что. И с лесом тоже проблем не будет. Я буду твоими глазами. Надо будет сажать одну гулю и вторую гулю. Одну на ХП, другую на ману. И у Лича, у ДК есть проблемы со здоровьем и с маной. Наши войска здесь атакованы. Справились с... Ох ты ж, ёжик, а. И катапульта там еще. Катапульта нельзя игнорить, к сожалению. Нужно построить зиккурат. На нашу базу напали. Меня очень быстро ушатывают мне зиккурат. Ты увидишь все.
Все, 4 гульки оставляем добывать. Этими возвращаемся домой. Да заказываем рабочих. Призыв завершен. Здесь восстанавливаем тоже калиту, потому что они успели поддаваться. Ну и у нас остается 3 базы. Еще не остается, а есть 3 базы. Исследование завершено. Нужно построить секурат. Призыв и 80 лимита. Так, ладно, будем от гулик избавляться или нет? Так, ритуал. Убиваем бестиарий и парочку рейдеров. Зиггурат, еще один зиггурат под соточку. Нужно построить зиггурат. Я все норовлю проатаковать своих юнитов. Или героев. Наши войска атакованы. Три готово. Что ты хочешь? Посмотрим, что у орков справа. Здесь нормально все. Призыв. И надо собрать всех, кто по карте там... У меня потерян, остался. О! Ах ты! Еще одни подрывники бодренькие ворвались. С несколько раз дублировать. Призыв завершен. Древний красный дракон. А у него, кстати, должен быть иммун к магии. Ладно, в любом случае сначала убьем орков справа. Дальше разберемся. Что ты? Мощное зелье исцеления берем личом. Хотя он полезнее будет именно Деке. Еще группа драконов. Я не могу ящик оставить, вы правы. Хотя у этого дракона тоже спел иммьюн должен быть, но его почему-то пробивает. В этой версии почему-то у вермов пирсинговый урон. Что-то не так. Хотя мне казалось, что они... Гарк можно отдавать. Ах, рейдер. Этих тоже, финдов тоже буду отдавать. Мне проще, если будет пачка вермов. И покусить проще. Полян интеллекта берем. Да как, что? Просто налет здоровых драконов. 2200 хитов. Наши войска атакованы. Добирается, да, калит. А калиты очень странно умирают. У них такие звуки. Нормально. Справляемся. Добро. Забайтили на Акалита. Спасли Зиггурат, спасли Некрополь. Идем добивать. Кто звал меня? Третья нова, скорее всего. Берем третью нову. С ресурсами проблем уже нет. Кажется, слева... Подождите, а слева как будто есть что-то. То есть можно пройти, и тут явно угол пустой, в котором что-то может быть. Давайте сходим посмотрим. Кто ему слуга? Я бы здесь
починил бы. Кто звал меня? Эту ворку не добили. Ну ладно, этого не так сложно будет. Вернемся по пути его до... Ага, здесь магазин. Магазин полезен. Возьмем пару свитков. Свиток возвращения мог бы пригодиться. Кольцо защиты плюс 3 выпадает. Чем могу помочь? Нужно больше золота. Что-то не так. Не хватает. Может, не будем ради книги идти нижнего орка добивать. Пойдем сразу основной квест выполнять. Убью Финда, чтобы все поместилось. Ну, тем более я же убил Форсира и взял Tome of Intelligence. Так что книжку мы уже взяли. Но орки-герои. Гензюросороса какого-то надо убить. Коричневый еще есть как будто. Преграждает путь к демоническим вратам. Перебей орков, чтобы я смог связаться с повелителем демонов. Не понял. Будет сделано. Коричневый еще какой-то есть орк. Может он... Ай-яй-яй-яй-яй. Вот он, коричневый. Там есть, короче, еще один. Я не купил телепорт, потому что мне не хватило. Летим домой. Как не кстати, а. Да, они еще довольно шустро мне мейн запилят. Нужно построить зиккурат. Там внизу точно есть еще один орк. Улучшение завершено. Нужно построить зиккурат. Мне интересует только герои. Огры маги такие здоровые. Вот он. Что, угадали? Да. И фолиант сил. Все, после этого можно, в общем-то, отсюда ливать. Да. Остался только Дзюбейтос. Это красный орк. Герой его. Так что едем на него. Еще себе тут отстроились. Этот недобитый орк. Ё-моё, как вас тут много. Бедный ДК. Экспа уже просто не идет. Знаете, уровень максимальный. Поэтому... Кто ему слуга? Поэтому идем наверх. Вот он. Зюбейтос. Работаем. Я бы свиток лечения использовал. Тут очень много драконов. Передаю Деке бутылек. Пропиваю его. Да, можно просто армор типа сделать. Но я не хочу ману тратить сильно. Декой. Странный какой-то был сейчас добегающий грант. А вот и Блейдмастер. Кто из этих двоих? Очевидно, это. Левый. Хорошо. И собираем фолиант знаний. Нам кажется, для победы необходимо уничтожить именно базу, да? Уничтожьте базу орков, защищайте демонические врата. Поехали.
Я даже сожру верма для того, чтобы прогресс... Ну, для того, чтобы сделать... Для SNDK. Выглядит, смотрите, как... Для SNDK. Красиво. Врата. Застанили все-таки Лича. У чернокнижника есть и крипл, и стан, и что-то еще. У меня там три заклинания, и все полезные. Можно вермов раскидать по производящим зданиям, для того, чтобы люди не выходили просто с... И на вышку сюда сразу же. По сути, нам нужно уничтожить именно производящие здания. Остальное вроде даже не учитывается. Надо будет перезалить трансляцию. Говорят, на YouTube там упало опять. Осталось последнее производящее здание, это казармы. И вроде бы это Ластецкое. Да. Довольно просто. Ну, мы и в эту миссию играли. С вот эта миссия, кстати, покончено. Особо не отличается. Демонические врата в твоем распоряжении, Лич. Да. Услышь меня, Архимонд. Верный слуга просит твоей аудиенции. О, посмотрите. Звал меня Архимонд. Лич, и я явился. Ты Келтузад, не так ли? Да, великий Архимонд, это я призвал тебя. Прекрасно. Тогда найди особую книгу, последнюю уцелевшую книгу заклинаний Медива, последнего из хранителей. Только его магия способна перенести меня в ваш мир. Где нам искать эту книгу, великий Архимонд? Отправляйтесь в город смертных, что зовется Долоран. Долоран. Книга хранится там. На закате третьего дня ты начнешь ритуал призыва. Валькирия говорит, последняя миссия перед синематиком занежить намного сложнее оригинала, посоветовала бы приготовиться. Ух! Ой, сейчас я прям... Спорим, с первого раза пройдем? На максималке вообще не парясь. Приготовиться рекомендует. Осада Долорана. На следующее утро у ворот Долорана. Скриньте. Поехали. Маги Кирентора, я Артас. А, это не первый комиссия. Из рыцарей смерти короля Лича. Нормально. Приказываю вам открыть ворота и склониться перед мощью плети. Приветствую тебя, принц Артас. Как поживает твой благородный отец? Лорд Антонидас. К чему эти фальшивые любезности? Мы ждали твоего визита, Артас. Наши маги создали барьер, который уничтожит твоих мертвецов, если они попытаются подойти к городу. Барьеры пошли. Ваши фокусы не остановят меня, Антонидас.
Отзови войска, или мы будем вынуждены обрушить на тебя всю свою силу. Выбирай, рыцарь смерти. Слишком много пафоса. Я чувствую, что защиту города поддерживают трое магов. Если ты найдешь и перебьешь их, барьеры рассеются. Угу. Я помню, у нас тут были два сумасшедших челленджа на этой миссии. Так, барьеры, да? Первый маг. Ландазар. Хорошо. Для начала давайте проверим, где у нас там базу можно поставить. Кажется, справа все-таки. Прорвитесь в город, убейте первого верховного, второго, последнего верховного, чтобы добраться до Антонидеса. Здесь не пройти тоже? О, они карту переделали. Не помню, что-то такого. Или база все-таки была слева. Так, хорошо. Раз, два, три. Улыбающиеся. Поганище. Закрываешь алпит. Делаем. А, он какой-то архмаг. Рекс Колдун. Первого уровня. Дядь, ты откуда вообще здесь? По славу плети. Камень здоровья берем. Антимагический эликсир, антимагик поушен. Барьер и дроп ФПС идеально задержат продвижение нежити. Здесь тоже будет дропаться, да, ФПС? Ладно, посмотрим. Похоже, у меня нет другого выхода, как идти через парадный вход. А там будет дегенерация. Наши войска атакованы. А давай сразу в него. Что-то не так. Призыв завершен. Ну вот, убили сразу барьер. Вжух. Верховный маг убит. Нет! Первая аура рассеивается. Катапульты там просто танкуют лицом. Ну как ты, ну что ты? Если ты не оставишь меня в покое, так. Я превращу тебя в безмозглую овцу. Где ты это слышал? О, это кто? Там какой-то... Было чудовище странное. Что это? К оружию! Там бегает какой-то... А, как же их звать-то? Сова что-то там кто-то. Короче, гибридные. О, руна возрождения. Ресторейшн. Вон. Да, совух берсерк. Совух! Совух. Хороший никнейм, сову. Надо брать. 1РБ1С поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Да-да. Майкер, ты не пройдешь эту миссию, потому что маги сражаются за доллары. Пека. Мы этих магов. И так и эдак просто. Как угодно просто. По заказу, по челленджам, как. Ну, правда, здесь я с челленджами не справился с теми. Так, маг из совета Долорана. Лига чародеев. Ну, в целом, вроде все хорошо. Наши войска атакованы. Пока что готовимся делать. А, давай, ультуем. Это поможет нам. Призыв завершен. Быстро убивать, восстанавливать ману. Выходим из лимита. Убейте совет. 9 магов из аметистового совета. Аметистового. Кто ему слуга? Приказывайте. Разумеется. Пожираем лечом. Так, и тут вроде бы тупичок у нас, да? Да, похоже, похоже. Но я вижу, что карта исследована. Тут руна исцеления. Ее бы тоже взять. С лесом есть определенные проблемы. Но я надеюсь, там
А 6 вроде гулик сделал. Да-да-да, они должны справиться. Просто сейчас траты на апгрейды, там, на вермов, на все. О, маг откупается монеткой. Ферс поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Зать доллара а-а-а-а-а-а-а. Зать доллара а-а-а-а-а-а-а. Зать доллара а-а-а-а-а-а-а. За доллара а-а-а-а-а-а. Да хорош! Ферс, ну хорош шлудить. Блин, вот из-за таких озвучку вы это самое выключаем. Хорош там отвлекать. Понятно, что за доллара а-а-а-а-а-а. Так, он исцеление. Ну, взрослый же, тебе же 36. Я же знаю. Маме привет. Так, трубка прозрения. Это хорошо, блин, Саура. Наши войска атакованы. Это с чего это вдруг? А, все понял. Тут оказывается... Оказывается, еще вышка по периметру. Вот оно что, Михалыч. Еще немножко золотых монет. Отсыпали. Делайла, здравствуй. Кто ему слуга? Underdark поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Михаил, да. Пожалуй, потрачу соточку и помогу человеку и заодно тебе. Там давай. Есть челлендж на DLRN. Тебе нужно взять сейчас, поставить игру на паузу и включить видос, чтобы отдать дань уважения старой озвучке Архмага, ZDLRN. Нечкно поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, опять работа. Зак-зак. Вы мея плете. И никаких вам долларанов. Перед штурмом Долорана, 7 глава, компания Нежити. Загляните в прошлый ролик в память Архимагии, ссылка на ролик. И сравнить озвучку... И сравнить новую озвучку Артаса и Антонидаса с неповторимым оригиналом. Давайте. Хорошая графика. Волшебники Керентора. Ох. Я Артес. Я. Первый из рыцарей смерти великого короля мертвых. Такое расщепление. Я приказываю еще. Вам открыть ворота и склониться перед силой. Склониться. Прям зубы стискивает. Да, тебе нечем заняться, я найду. Инфури растарис седа. Лорд Антонидас, не нужно лицемерить. Я не видел этого. У меня есть дела поважнее. Я не собираюсь тратить ману на всякую ерунду. Всякую. Если ты не оставишь меня в покое, я превращу тебя в безмозглую овцу. Ну это вообще какой-то... Твои фокусы не остановят меня, Антонидас. Как скажешь. Ладно, превосходно. За Талара! Во славу магии! В бой! Господи, вот как? Чем можно? Ох, и это могло быть. Вот если бы комьюнити не это самое, не взбунтовалось, вот такого бы Архмага мы сейчас слушали. Это трындец. Как? Почему? Я до сих пор не пойму, как можно было так обкуриться. Да. Старый новый архимаг навсегда останется нашим. Да. На нашу базу а вы откуда? Я не понял. Что за огры там такие ненормальные? Нужно построить зиккурат. Так, ладно, нужно здесь справились. Сейчас отобьемся на мейне. О, как же я зиккурат охраняю. По-царски просто. Игульку даже засейвили. Да ежишь. А это что такое? Ну, тут руна какая-то висит. Кто я же вижу меня? Что это? Кто ему слуга? Что это? Разумеется.
Везде обман. А, видимо, это руна. Ника, подчеркивание, воин поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Майкер, привет. А разве гейская озвучка Архмага не байт? Нет, это то, что было в бетке Рефоржа. Это не байт. Это то, что было. Прикинь. То есть это вне лора абсолютно. Не в оригинальной английской, не в оригинальной русской. Не в нормальных вообще, блин, фэнтезийных фильмах маги не ведут себя так. Исследование завершено. То есть они, конечно, там, как я уже говорил, своеобразные, они там умные, высокомерные часто, но они вот не манерны настолько, как, не знаю, как... Ах, я... Ладно. Ну, короче, как... Нужно больше золота. Что я не могу сказать? Как гей, как старый гей. Ну нет, ну как? Ну как? Ну нет. Что-то не так. Слава богу, исправили. А то ведь, блин... Так, тут у нас Архмаг, как видите, он... Во славу плети! Наши войска атакованы! Блин, Blizzard мне не будут давать турниры стримить больше. И на Твиче могут трансляции репортнуть. Черт, Архмаг опять куда-то степешился. Фига себе, как он делает. А все это время у меня отнималось здоровье, блин, из-за того, что... Осталась еще одна проклятая аура. Я понял тебя. Я очень много потерял на этом. Отвратительно сыграл. Мне по-хорошему нужен фонтан жизни какой-нибудь. Еще големчик не взял. Лишь бы на ГГ, говорит, не забанили. Я надеюсь. Но ГГ, конечно, тоже руководство такое местами меня удивляет. Руна возрождения взяли. Поехали дальше. Нарастерял я народ. Давайте-ка возьмем вермов. Не хватает мне их. Дождусь даже их. А потому что две вышки надо сразу же взять одного верма, взять второго верма, убрать и готовиться нападать. Кто звал меня? Чего себе там койлом как стреляют вышки? Это усиленная башня. А, я не сделал грейд. Ой, дурачок. Я не сделал усовершенствование на вермов. Они не нейтрализуют вышки. Так и живем. К сожалению, голема койлом не подлечить, а хотелось бы. Какой-то фулбрак-воитель. Заходим. Опять этот маг. Что-то кастует. Кто звал меня? Магические узники. Разумеется. Давай сразу на мага. Какого хрена? Коп.Берган поддержал ваш канал на Кэрриган, привет. Сообщает, раз в чатике не отвечаешь. Так, давай. Спрошу тут. Ты как эксперт в ВК-3 и кто привил мне любовь к StarCraft? Поделись экспертным мнением, делать мне рефанд Reforge или нет? Ну, вопрос, какая у тебя... Нет, вообще не важно, какая у тебя финансовая... какое у тебя финансовое состояние. Для многих это принципиальный вопрос. А, если бы... Короче, я бы сделал рефанд, честно скажу. Потому что мне обещали другое. Мне обещали игру в 2019 году. И мы как бы и турнир под него про это самое провели. LG-шный хороший. Пришлось бетку играть. И сырая игра в результате вышла. Ну, то есть... Это не... неправильное отношение. Единственное, каким макаром мы можем на котика воздействовать на этого Бобби. Помните вот этого катана неправильного? Вот. Это рублем. Ну, или долларом, в зависимости от того. Вот. Но... тема в том, что там всем плевать, скорее всего. Потому что Warcraft
Это скорее имиджевый проект. Ну, это вообще странно. С одной стороны, они понимают, что на варике они много не заработают. Ну, потому что это стратегия, потому что это ремейк, потому что это для повышения имиджа. То есть они это делали для того, чтобы поднять имидж компании в глазах Олдфага. Но, блин. Мы, в общем-то, я думаю, что надо было ждать. Просто мы подождали бы год, мы подождали бы, не знаю, сколько. Warcraft вышел в 2002 году, да? TFT в 2003. Сейчас 2020. Можно было еще спокойно год пилить игру. Просто не надо было анонсировать ее заранее. Не надо было говорить, что она выйдет вот такая вот. А то в результате она и не вышла, то есть обещание не было выполнено. И она получилась сырая. Вот в этом самая главная претензия у товарищей, которые говорят о рефанде. Мне кажется. Ну, по крайней мере, для меня это была главная мотивация. С точки зрения там всяких багов, пока в самой компании все более-менее неплохо. То есть я не встретил критичного количества, ну, которое бы там... Я не могу сказать, что она плохая компания. Компания хорошая. Ну, то есть... Ну, я именно этого и ожидал. Разумно. Недостаточно места. Что? Что-то не так. Доспехи клинколома. Решающий выбор. Что? Это что-то новое. Это типа из... Это похоже на предмет из дополнительной кампании Арковской в ТФТ. 7 плюс 1 и еще 7 броней героя. Я бы даже выдал Артас эту штуку. Вообще неубиваемый будет. 7 армора. Надеемся на патчи и правки. Это безусловно. То есть это же будет. Просто жалко, что... Повторюсь, я ожидал. Если вы смотрели трансляцию по бетке, я говорил, что сыр. Я говорил, что не успею. Я говорил. Вот, так что не знаю, чего ожидали остальные. Что-то не так. Видимо... Так, мы убили почти всех магов. Где-то еще один гад. Насчет багов видел на другом стриме. Человек изменил графику. На старый прошел порол после загрузки и выкинул минус поражения. Но, видишь, он не справился с тем, чтобы установить новую графику. Какие вопросы? Так, еще тут явно нас заводит к последнему магу, что этот, это не тот маг. Ферс поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, тот. Жалко, только что все насрали в душу, что? А так ничего, за доллары а-а-а-а-а-а-ан, за доллары а-а-а-а-а-а-а-ан. Не понимаю тебя, кто все? Эти магически не берем. Этот справится. Ладно, пойдемте этого архмага убивать. Ну какой, а? Дед. А, давайте отойдем. А у меня там просто у всех вермов будет отниматься здоровье. Решающий выбор. Так, иллюзии все впереди. Нормально. Безумно. Он вызывает. Да конечно, он еще заливает Близзардом. Архмаг пошел. По славу плеть. Видите, что творит? Такого не было. Кто ему слуга? Есть. Берем руну возрождения. Не до всех достал. Так, ну, есть же еще один маг где-то. Аметистовый. Источник здоровья. Может быть, он и справа. А, вот он, справа, вижу. Делила поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Все, Михаил, оформляем возврат денежных средств. Согласись, рефорд шубом. Нет, не соглашусь. Ну я-то точно оформлять возврат средств не буду, потому что мне...
Ну, я и фуфашечку хочу поиграть, и турниры хочу постримить, и... Что-то не и так. Гайдики позаписывать. Проблема, скорее всего, в ожиданиях. И в том, что... Вы ждали готового продукта. И для вас это новость была. Что вышло такое. Ваши ожидания, как говорится, это ваша проблема. Мне больно даже смотреть на тебя, Артас. Я избавлю тебя от мучений, старик. Я предупреждал, ваши фокусы меня не остановят. Что? Кто ему слуга? Этого тоже не было. Там боевые големы как-то... Ну, очень много народу. Все иммунное. И Антонидас стоит за... в неуязвимости за магическими барьерами. Ну, типичный маг. Вот реально типичный маг. Вот он, Антонидас, вижу тебя. Поехали. Блинкуйся, не блинкуйся. На-на. Забирай свою книгу, Лич. Нам пора уходить. Скоро маги соберутся для последней атаки. Сикфауль поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Призыва владыки Архимонда на закате. Хорошо. Спасибо, конечно, там за сообщение, за саппорт. Но постарайтесь это делать там где-то в середине процесса. Сикфолд говорит, не считаю, что Близам нужно было дропнуть поддержку старой графики, сосредоточиться на качестве новых фичах. Изначально концепция была именно такая, и они ее сделали в первом StarCraft ремастерде, и она, в общем-то, зашла хорошо. Тем более, что используется старый движок, и это не такая большая проблема оставить старый движок и старую графику. Тут работа самая главная над новыми модельками, текстурками, и, ну, озвучкой в том числе, к сожалению, русской. Вот. Поддержка двух движков. Движок у них один. Один. Battle.net они еще обновляли, тоже большой пласт работы был, но тем не менее, движок они не меняли. Именно поэтому, когда вот человек садится, играющий там, который играл когда-то в Warcraft много, в старый, за новый Warcraft, его сбивает, в первую очередь, визуальная составляющая. С точки зрения механики, как выделяются войска, как они ведут себя, как работают герои, способности, там, приказы, неважно, там, строительство, все такое же, как в старом Warcraft, движок один и тот же. Вот. Ну что, на сегодня, друзья, все, потому что начало первого, я пойду, с вашего позволения. Завтра обязательно будет трансляция, приходите, и только я не знаю, когда точно. Ориентировочно где-то в 8:30 стартанем. Вот. Спасибо за то, что смотрели. Я думаю, что мы осилим кампанию даже с какими-то искусственными усложнениями, типа челленджи. Ну, помните, как с той миссией, где... Две андедовские базы ушатали, несмотря на то, что надо было просто продержаться. Довольно быстро, быстрее, чем проходили оригинальную, потому что я уже приблизительно знаю, что где делать. Вот. И я сегодня дважды себя поймал на мысли, что мне хочется сыграть фуфашку вместо прохождения кампании. Может быть, стоит сделать паузу. Утра? Не утра. С утра я сначала на работу, потом придет племянник, я его посажу за God of War. Он уже разок играл, ему понравилось, он до сих пор хочет. Вот. Потом еще немножко работы, репетиции, и вечером я полностью в вашем распоряжении. Вот, будем играть. Посмотрим, либо компания, либо фашка. Спасибо еще раз за то, что смотрели. Увидимся с вами завтра. Пока.